Сейчас посмотрим на указатель, куда нам идти. Можно направо, налево, прямо. Ну а что, все понятно. Ну, туристический район закончился. Небольшая речушка местная. Мы идем по мостику. Местные мини-маршрутки. У нас газельки. И такие. Можно поехать и на такси. Пришли и добрались. Своям Буданак. Манки Темпл. Вон там обезьянки с красными попками. Купили им помидоров и печенье. Будем сейчас кормить обезьянок. И будем подниматься по длинной лестнице вверх. Первую небольшую часть ступенек поднялись. Пойдем вверх дальше. На солнышке спят собаки. На лавках две обезьянки. Одна другой бошек ищет. Собакам хорошо. Они всю ночь лаяли, мешали нам спать. А теперь они на солнышке греются. Им очень хорошо. Пойду обезьян покормлю. Есть помидор. Так, бери, на. Тебе. Не-не-не-не-не-не. Нет, нет, нет. Я ему дам. Почему тебе-то? Две. Нет, давай я ему дам. А куда же ты второй-то денешь? У тебя же один во рту. На. Нет, да я ему дам. Вот, все. Он тебя блох ловил? Ловил. Вот каждому по помидору. Да. А ты хотел две скушать, да? Две нельзя. А он что, голодный будет ходить, или это она? Ты-то он-то, я вижу. Вот, кушайте. Там он еще сидят. На заборчике, и за заборчиком. А собаки не веганы, или не веганы. Они просто спят на солнышке, греются. Ну, до верха осталось совсем немного ступенек. Сейчас посмотрим, сколько. А вот всего ничего. На. И это не отдам, не отдам. Это не тебе. Хитрюга какой. На, маленькому. Маленькому, на. Все. Хитрованка какая. Какая хитрованка. Вышли на финишную прямую. Еще немного. И мы уже наверху. Елена уже меня опередила. Жар-птица.
почти добрались. Получили два билета. Каждый билет стоит 200 непальских рупий. Это где-то 2 доллара. Чуть меньше. Вот касса. Место бесплатно. Кому-то там 50, а остальным туристам по 200. Вот касса. Здесь мужчина приветливый продал нам тикеты. И мы пойдем дальше. Бай. Так, добрались. Вот она лестница. Вот. Здесь звучит музыка. Как бы, главное, YouTube не забанил нас. Потом ставлю какую-нибудь музыку. Вот такая тут ступа. Вид на город. Город в небольшой дымке. Лесенка, по которой мы поднимались. Долина Катманду. Город везде по бокам окружен возвышенностью. Орел летает. Звучит приятная мелодия. Продают мороженое, фрукты. Здесь можно мусор утилизировать. Обезьянка кушает мороженое. Или украла у кого-то. Ну, может, подарили. Подарили же, да? Говорит, подарили. Вкусное мороженое? Вкусное, говорит, сладкое. Потом, говорит, пить только охота. Ну, ничего. Продают множество сувениров. Маленькая обезьянка уже убежала. На, боится она. На, помидор. Идем сюда. На. Томаты закончились. Попробуем дать печенье. Вот самый большой пришел. Так, ну идем туда, туда идем. Идем сюда. Сюда идем. Идем сюда, на, печенье. Будешь печенье? Дети-то понятно, но самое главное, главному дать, на. Вот, главное сначала. Вкусное печенье. Че? Ну что ты все разронял-то? Нормально пошло? Хорошо. Ну давай маленькому-то дам. А ты что-то уже кушал. На! Балбесина. На, на. На. Что, ты хочешь? Ну на, ты тоже вроде беременная. На, кушай.
На тебе. Вкусно? Правильно крем надо слизывать. Правильно покушала. Сейчас еще помидор дадим. Так, сладенькое поели, теперь томат для закрепления. Все посмотрели, собачек поснимали. Поснимали. Обезьянок покормили. Пол килограмма томатов они съели. Больше нету. И пачку небольшую печенье скушали. Идем с другой стороны. Водопад там небольшой. Сейчас посмотрим. Осталась последняя печенюшка. Мы разломим на две половины. Покормим этих блохастиков. На. Ой! Ой, они беременные блохастики. Ой, эти дети там. Вкусно? Вот. Там дети, оказывается. Дети тоже хотят. Дай, говорит мама. Дай. А мама не дает. Не дала ребенку. Все. Всех покормили. Пошли. Фонтан. Кидают монетки. Очень много монеток тут внизу лежит. Обезьянки. Водопад. Здесь бесплатная дорога. Мапсмена так и написано. Фри. 200 рупий. Не надо платить человека. Я вас обманул. Вон касса. Тоже надо платить 200 рупий. Большой фонтан. 5-3 маленьких обезьянки. Друг на друге. А наверху, о, четвертая к ним пришла. О, все, разбежались, испугались. А, своя, своя. Ну ладно, пойдем. Пойду сам посплю там в пеньке. Наверху водичку пила другая. Давай, давай, давай.